Привет, друзья! Сегодня я хочу вам предложить очень простую самоделку. За основу я взял 40-ю профильную трубу. Вроде бы мелочь, но суть идеи в удобстве. Для мелких сварочных работ в домашних условиях самое оно. Все под рукой. И я повторюсь, очень удобно использовать. Ну а надо вам это или нет, решайте сами. А на сегодня все. Лучшая благодарность автору за его труд — это лайк под этим видео. До новых встреч, друзья. Здоровья вам и вашим близким.